Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя амма баъд. Первый вопрос. Ман таджауз аль миқата бидуни ихрам. Каково постановление человека, который перешел миқат, не вступив в ихрам? Кали ибн Кудама рахимахулла. Говорит ибн Кудама, ман джауз аль миқат муридан лин нусук гайра мухрим. Говорит, если человек, желающий совершить обряды хаджа, прошел через миқат, не вступая в ихрам, фа алиха ан ярджиа илейхи ли юхрима минху ин амканаху, то он должен возвратиться обратно на миқат и зайти на этом миқате в ихрам, если он способен это сделать. Сава таджавазаху алиман бихи ау джахилан. При этом это постановление касается любого человека, того, кто совершил данный переход без ихрама намеренно, то есть зная об этом или по невежеству. Алима тахрима залика ау джахилаху. В любом случае, знает ли он о запрете этого или не знает. Фаин раджиа илейхи фа ахрама минху фаля шайа алейхи. Если человек вернется на этот миқат и вступит в нем в ихрам, фаля шайа алейхи, то нет на нем ничего. Что значит нет на нем ничего? То есть он не обязан совершать никаких искупительных действий. «Ла на'ламу фи залика хиляфан». Говорит, мы не знаем относительно этого никакого разногласия. «Ва бихи якулю Джабир ибн Зайд». И это мнение Джабира ибн Зайда, то есть, которое они явно высказали. «А также Хасан аль-Басри, Саида ибн Джубейра, Суфьяна аль-Саури, имама Шафии, ва гайрихим». А также других. «Ля ну ахрама мин аль-миқат, аллази умира били храми минху». Почему? Потому что в данном случае человек вступил в храм, в том миқате, в котором он обязан был вступить в ихрам. Фалям яльзаму шей. Поэтому он не обязан совершать никаких искупительных действий. Как вступил в ихрам, если мы говорим, что он не вступил в ихрам? Мы говорим о человеке, который вернулся. Так или нет? Человек прошел миқат, не вступив в него, в нем в ихрам. Но после этого он вернулся обратно на этот миқат и вступил в нем в ихрам. Относительно этого человека нет разногласий, что он не обязан совершать никаких искупительных действий, и его ихрам является действительным. Каля далее ибн Кудама говорит, «Воин ахрама мин дуниль миқат фа алейхи дам». Но если человек не вернулся обратно на миқат и вступил в ихрам ближе к Мекке, нежели миқат, то есть уже пройдя миқат, фа-алей-дам, то он обязан принести жертву, то есть обязан зарезать барашка для того, чтобы совершить искупительное действие. Сава раджа иля миқат ау лам ярджа. Без разницы, возвращался он на миқат или не возвращался. Говорит ва биада каля Малик ва ибн Мубарак. И это мнение Малика, а также ибн Мубарака. Говорит культу ада мазхаб Зуфара айдан. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и это мнение также Зуфара. Что касается другого мнения в этом вопросе, ва дахаба Шафии иля анну ин раджиа иля миқат фала шейа алейх. Говорит, имам Шафии считает, что если человек все-таки вернулся в миқат обратно, фала шейа алейх, то он ничем не обязан. Илля ан якуна кад талаббаса би шей мин аль-манасик фа алейх дам. Кроме как, если он уже успел совершить какие-то обряды хаджа до возвращения в миқат, тогда он обязан совершить искупительное действие, то есть принести жертву. Каля Науи, сказал Ан-Науи, хада мазхабуна, это наш мазхаб, то есть мазхаб шафиитов, и это мнение Суфьяна ас-Саури, Абу Юсуфа, то есть ученика Абу Ханифы, также Мухаммада, кто такой Мухаммад? Тоже ученик Абу Ханифы, Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани, а также мнение Абу Саура. Другое мнение в этом вопросе, которое придерживался Абу Ханифа, или анну ин ада фалабба саката ангуддам, то что если он вернулся на миқат фалабба и совершил в нем тальбию саката ангуддам, то спадает с него ответственность принесения жертвы. Но если он не вернулся на миқат, или вернулся, но тальбию там не совершил, то есть не произнес фразу «Лаббейка Аллахумма умратан ау хаджан», вот я перед тобой, о Аллах, собираюсь совершить умру или хадж, фа-алейд-дам, тогда он обязан что сделать? Он обязан принести жертву, жертвоприношение. Другое мнение в этом вопросе, «Захаб аль-Хасан ван-Нахъи ва Ата фи ривая», которую придерживался аль-Хасан аль-Басри, а также Ибрахим ан-Нахъи, а также Ата ибн Аби Рабах в одном из риваятов от него, а также Яхья ибн Саид аль-Ансари, или анну ля шайа аля ман тарака аль-миқат, то что тот, который оставил миқат, нет на нем искупительных действий в любом случае. То есть это следующее мнение в этом вопросе. Если человек прошел миқат, не зайдя в этом миқате в ихрам, и потом зашел в ихрам позже, то это мнение говорит о том, что этот человек не должен совершать никаких искупительных действий. Эти различные мнения у обладателей знания в этом вопросе. Говорит Варуи ан Саид ибн Джубейр, и передается еще одно мнение в этом вопросе от Саида ибн Джубейра. Вахтару ибн Хазм, и это мнение выбрал ибн Хазм, анну ла ясиху аль-хадж илля ан юхрима мин аль-миқат. То, что хадж человека является недействительным в любом случае, кроме как если он вошел в миқате в ихрам. То есть, что это за вопрос? Если человек прошел миқат и не вступил в этом миқате в ихрам, но вошел в ихрам позже, ближе к Мекке, а потом вернулся
будучи уже в ихраме, вернулся обратно на Миқат и отправился дальше совершать хадж. Передается от Саида ибн Джубейра, а также это мнение ибн Хазма, что такой человек, его хадж является недействительным. Но он не просто должен вернуться на Миқат, но должен вернуться на Миқат и зайти в ихрам в этом Миқате заново. Говорит, «Васару Саид ибн Джубейр, аурадову ибн Хазм, интарик, аттаб ибн Башир». И говорит, что касается Асара Саида ибн Джубейра, то приводит его ибн Хазм по дороге от Аттаба ибн Башира, от Хусейфа аль-Джазари, от Саида. «Вадал иснаду даиф», но этот иснад является слабым, «либаафи Хусейф», потому что Хусейф аль-Джазари является слабым передатчиком. «Ваттаб даиф ур-ривай ан Хусейф», и Аттаб ибн Башир, его ривайят от Хусейфа аль-Джазари также является слабым. «Каля Абу Абдилла», говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «сабата ан ибн Аббас аннаху каль», приходит достоверно от ибн Аббаса, что он сказал, «ман тарака нусукан фа алейхи дамун», если кто-то оставил какой-то из обрядов хаджа, то он обязан совершить жертвоприношение. Значит, можно у себя здесь отметить важный момент. То, что если человек совершает хадж, то он может совершить противоречие двух видов. Либо совершил что-то запретное из того, что запрещено совершать в хаджи, либо не доделал должным образом какой-то обряд хаджи. Смотри, есть понятие совершить что-то запретное, и есть понятие упустить какой-то ваджиб. Можете у себя подписать, что если человек совершил что-то запретное в хаджи, то у него есть выбор. Либо продержать уразу, либо накормить бедняков, 10 бедняков, либо зарезать животное. Но если человек оставил какой-то обряд и не совершил что-то обязательное из обрядов хаджа, тогда он должен принести жертвоприношение. То есть должен зарезать животное. Вопрос. Есть ли на это довод из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он должен зарезать животное? То есть прямого довода, говорят, на это нет, но приходит относительно этого асар от ибн Аббаса. То есть слово сподвижника «Ман тарака нусукан фа алейхи дамун». Тот, который оставил какой-то обряд, то есть не выполнил какое-то обязательное действие хаджа, то он обязан совершить жертвоприношение. Вот это ясно или нет? Это общее правило, которое необходимо запомнить. Оно будет встречаться у нас дальше по книге. Значит, если человек совершил что-то запретное в хаджи, то он перед выбором либо приносит жертву, либо держит уразу, либо кормит 10 бедняков. Если же он упустил какой-то ваджиб, тогда он обязан принести в жертвоприношение животное. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что если человек проехал свой миқат и не вступил в нем в ихрам, то его положение какое? Сказали то, что он обязан вернуться в свой миқат и вступить в ихрам заново. Если же человек проехал свой миқат и не вступил в него в ихрам, но уже успел вступить в ихрам далее, то есть когда уже проехал, не вернулся в свой миқат, но вступил в ихрам дальше, не в миқате, тогда должен принести в жертву животное за свой проступок, за то, что упустил вступление в ихрам в миқате. Без разницы, вернулся он обратно в миқат или не вернулся.